Всем большой привет! Всех с праздником! И решила я продолжить тему макияжей, пока у меня есть время, пока у меня есть на это настроение. И у меня в косметичке есть продукт, вернее, два продукта, которые я бы хотела протестировать сегодня. И один взять рефил, ну, может быть, не один, а несколько из своей палетки, которая у меня участвует в проекте Pencil Palette. В данном конкретном случае, пока я возьму один оттенок, это вот этот вот синенький. Сегодня пока что. И возьму вот такой. Кстати, у меня эта палетка называется Original 594. Так, видно? Надеюсь, видно. И также хочу задействовать вот такую вот однушку. Это спрессованный глиттер от марки L'Etoile в номере 904. Это очень красивая однушка, но она очень сыпучая и может сильно жевать века. Если ее использовать как топпер, такой легкий, сияющий, это будет смотреться красиво. Как раз таки сегодня я хочу попробовать вот это вот сочетание. И хочу посмотреть, как будет у меня на губах смотреться вот этот вот невероятный, красивый, дуохромный, мультихромный, я не знаю, как это правильно назвать, блеск от марки Хандаян. Если нужна ссылочка на данный продукт и на вот этот вот продукт, я попробую оставить внизу в инфобоксе. И также к этому блеску я возьму карандашик для губ от марки вот такой вот Финель. Он тоже у меня в косметичке. Хочу с ним попробовать этот блеск. Ну и давайте уже будем приступать. Значит, для начала я возьму... Что я возьму, скажите мне? Такую кисточку, не сильно пушистую, но и не сильно... тоненькую, сейчас, минуточку. Значит, для начала я возьму вот этот вот оттеночек в складку века и немного затемню вот этим вот розовым. Давайте будем начинать. Я надеюсь, вам меня видно. Немножко чуть поближе вас придвину. И посмотрю, может быть, также задействую вот эту вот однушку от Triumph Cosmetics в 176 оттеночке, чтобы посмотреть, насколько мне она нравится и насколько мне она нужна в моей коллекции. Если нет, то я ее расхламлю. Посмотрим. Так, давайте будем краситься. Ой, у меня тут как-то все падает. Сначала я набираю оттенок, который такой чуть, я бы сказала, фуксия-розовый. Так. Еще бы, конечно, видеть вообще, что я крашу. Господи, как бы так все, чтобы было видно. Нет, я вообще ничего не вижу в это зеркало. У меня настолько плохое зрение, что я вообще ничего не вижу.
Слушайте, надо себе зеркало, что ли, купить. Не знаю уже, в какое зеркало краситься, потому что неудобно. Теперь то же самое делаю на другом глазу. Господи, как же мне выкрутиться-то? Чтобы вам меня было видно. И мне себя было видно. Я не довожу до самого конца глаза. Работаю только до середины. Так, и теперь я возьму такую более так скажем, плоскую кисточку. Вот такую. И буду уже вот этот вот оттенком вот этим буду затемнять. Решила я сегодня попользоваться проектными продуктами, которые у меня находятся в проекте добивашки. И буду немного углублять, затемнять этот оттенок. Получилось ярко.
Так. Теперь я просто возьму пушистую кисточку и немножко стушую границы. Теперь мне нужен темный черный оттенок. И я, наверное, его возьму из вот этой вот палетки. Из палетки Dotto Girl. Вот у меня этот черный оттенок. Так. И чем бы мне его наносить? В общем, взяла я такую вот кисточку, буду набирать. Так, сейчас немножечко тут отодвинусь. Вот у меня тут всего много-много. И буду стремиться к диагональной тушевке. Давайте на это сделаю без вас, потому что я ничего не вижу. Дальше я возьму вот такой вот оттенок и буду растушевывать этим оттенком границу. Я надеюсь, вам видно. Немножко этим оттенком ухожу наверх. И теперь саму границу я хочу такую немного, ну, пушистой достаточно кисточкой
Вот этим вот остаточками оттеночка вот этого сиреневого попытаться растушевать. Меня сегодня что-то на розово-сиреневое тянет. Уж не знаю, насколько получится у меня этот макияж. И вот так вот. Подтушевываю границу. Теперь я уже нанесла клей для глиттера. Беру вот этот вот темный оттенок на маленькую такую достаточно тоненькую кисточку, набираю этот оттенок. Что-то он не набирается. И буду наносить на начало глаза, ну, то есть на стык вместе с черным. Надеюсь, вам все видно. Во внутренний уголочек глаза я добавлю вот этот вот такой персиково-золотистый оттенок. Так. Берем кисточку. Набираем. Долго я думала, что мне взять, какой оттенок. И вот сюда вот, немного заходя на синий, мы этим оттенком забираемся. И чтобы у нас была небольшая такая чуть персиковинка-розовинка, давайте возьмем еще вот этот вот оттенок. Тоже очень красивый такой, он дуохромный, розово-золотистый.
немножко я его набираю. Здесь, наверное, будет больше золота проскакивать, но мы посмотрим. Да, здесь больше такого золота. Ну и ладно, будет у нас золотишко. Так, и теперь я сейчас немного добавлю синего оттенка вот сюда вот на золотистый. И теперь самое главное сейчас это наши сияшки. Сияшка. Я вдруг глазила за кадром. Вот такая вот она нереальная красотка. Как вам показать весь ее перелив, я не знаю. Покажу потом при свете фонарика. Я, наверное, сейчас немного нанесу клей для глиттера, чтобы немного эти блестки не летели. Но единственное, что я боюсь, это то, что может скукожить века. Но я прям чуть-чуть нанесу. Знаете, мне сам макияж, в принципе, нравится. Он прям хлопушками набирается. Лучше всего, конечно, наносить пальцем. Но я хочу попробовать нанести кисточкой. И вот так вот. Давайте-ка пальчиком. Кисточкой это все хорошо. Да, это очень красиво. И теперь я прям возьму совсем тонюсенькую кисточку. Вот такую. И попробую ей пробраться там. Где у меня это не получилось. Да, это очень красиво.
Конечно, камера вам сейчас всей красоты не передаст. Я попробую потом через фонарик все это дело вам показать. И хочу немножко Нет, давайте мы, наверное, не этот оттенок возьмем. А я, наверное, возьму сейчас вот этой вот сиреневинки и немножко стушую границу. То есть такой, знаете, получается холодный рождественский макияж, если можно так назвать. И вот здесь вот немного вот стушую. Да. Получается такой как бы контраст. Синего, сиреневого. Вот эта вот сама однушка, она по сути розовая, но в ней столько много голубо-золотистых блесток, что на самом деле под синие тени она хорошо подходит. Так вот, мне кажется, красиво. Давайте я сейчас сделаю второй глаз и к вам вернусь. Так, теперь нижнее веко. Я хочу взять вот этот коричневый оттенок. У меня тут кисточка, правда, немного зеленая. Ну да ладно. Набираю его. Так. И теперь буду так, я надеюсь, вам будет видно. Его протяну. Хочу сделать как небольшое расщепление. Насколько у меня это получится, я не знаю. Давайте, наверное, я сейчас с расщеплением чуть попозже за кадром сделаю. Пока что вот так. И теперь я хочу немного по нижнему веку, наверное, тоненькой кисточкой, взять вот эту вот палетку и из нее взять вот этот вот оттенок. И немножко растушевать. Он как раз-таки такой с блестками, бордовый с блестками.
Блестки, конечно, могут полететь. И вот, наверное, сейчас этой кисточкой я и попробую сделать такое небольшое расщепление. Вот. Сильно-то прям уж не буду. Так. Они и во внутренний уголочек я сначала добавлю вот этот оттенок. А потом вот этот. Так. Здесь у меня какая-то как пятно, что ли, такое ощущение. Ну, вроде пятен никаких тут нет. Ладно. Набрала я яркий цвет на кисточку, и теперь буду делать акцент. Этим оттенком мне сейчас, наверное, отсюда нужно пока все убрать, потому что доставать палетку с другого конца мне неудобно. Палетка большая, занимает места много. Так. Так. И теперь поверх этого оттенка я добавлю красноватый. И полезла не туда. Молодец, умница просто. Я, конечно, сейчас не знаю, насколько это будет выигрышно смотреться. И немножко растушую. Так. Так, в общем, завершила я свой макияж. А сказать, что я в шоке вот от этого блеска, это ничего не сказать. На камеру, конечно, всю красоту не передаст. Но я специально выключила свет. Это что-то нечто. Это прямо русалка. Это какой-то... не знаю, мультихром какой-то. Это очень красиво. Он как бы немножко освежает губы. Для зимы, конечно, нет, но он достаточно комфортный. Он очень комфортно обволакивает губы. Ну и с вот этой вот однушкой вот эта пара смотрится просто круто. Давайте я вам сейчас просто покажу всю эту красоту и потом сделаю подсъемку. В общем, вот такой макияж у меня сегодня получился. Кому интересен
этот макияж. Кому понравился этот макияж, поставьте лайк. Я буду знать, что я не зря старалась. На этом буду прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.